Мировые знаменитости в Приднестровье, кто-то проездом, а для кого-то наш край и вовсе стал любимым курортом. Пример – Юрий Никулин. В 80-е он приезжал в Дубасары с семьей, ему нравился наш климат, актер любил рыбалку и ловил рыбу в Днестре. Муслим Магомаев также побывал в Приднестровье, по легенде в Тирасполе он пел с балкона гостиницы «Аист». Евгений Петросян тоже выступал у нас, говорят, собирал Бендерский стадион. А в начале 20 века в Бендерах жила Зинаида Райх, та самая муза и жена Есенина. На севере нашего края побывало сразу несколько знаменитостей – село Плоть. Его посещали Олег Табаков и Владимир Машков. Кстати, здесь же побывала и Анна Уколова, актриса, сыгравшая в фильме «Левиафан». Село Плоть богато на известные имена. Когда-то здесь построил метеостанцию сам князь Трубецкой, дальний родственник знаменитого декабриста. Подробнее обо всем смотрите в программе «В путь» сразу после КЭБа.